Центр довузовского образования Российско-Армянского университета дает возможность абитуриентам не просто приобрести нужные знания и подготовиться к вступительным экзаменам, но и вовлекает в особенную атмосферу университета, дарит разный спектр эмоций и новых друзей. Еще с 8 класса я собиралась поступать в Русско-Армянский университет, но до этого я не знала про существование нулевого курса, то есть ЦДО. Когда узнала, я поняла, что это отличный шанс для того, чтобы перед поступлением получше познакомиться с самим университетом, получше познакомиться с преподавателями. Да и, мне кажется, будет более комфортно на первом курсе, если ты будешь ходить на нулевку, ты будешь себя так лучше чувствовать. Իրականում չգիտեի, որ Սլավոնական համալսարանում կա 0 կուրս, ՑԴՕ։ Մտածում էի, ոնց պետք է պարապեմ ընդունվեմ, երբ որ իմացա, որ ստեղ կա համ ռեժիսուրա, համ ՑԴՕ, միանգամից որոշեցի, որ պետք է գամ։ Դաժե ես 2 տարի առաջ եմ եկել, որ հասկանամ կոնկրետ կկարանամ ընդունվեմ թե չէ։ Ու հիմա արդեն մի տարի է ստեղ պարապում եմ, սովորում եմ, որ ընդունվեմ։ Мне еще давно это говорили, что РАУ – один из качественных университетов, престижных, и довольно-таки он дает 2 диплома, армянский и российский, и поэтому выбор пал на нем. О том, что же дает нулевой курс Российско-Армянского университета, можно говорить много и долго. Однако счастье в глазах обучающихся говорит намного больше. Учителя у нас прекрасные, у каждого свой характер, с каждым по-другому какой-то коннект получается, но они все очень хорошие, я всех очень люблю. Дал огромный круг общения, То есть я тут познакомилась и уже с поступившими ребятами, и уже, которые тоже на нулевке. Очень хороших людей встретила, которые до сих пор есть в моей жизни и играют довольно-таки большую роль. Вот за это короткое время они стали для меня очень дорогими и важными людьми. Общение вот что дало мне РАУ. Обучение мне дало, конечно же, много новых знаний, также много новых приятных знакомств. Я сблизилась как с ребятами с нулевого курса, так и непосредственно с ребятами, которые учатся в самом уже университете. Գիտելիքների հետ կապված ավելին ստացա, քան սպասում էի, որտեղ չէի պատկերացնի, որ ես կարճ ժամանակահատվածում կկարողանամ իմանալ ավելին, քան ես ինձ մտածում եմ, որ կարող է ինչ-որ բան չկարնամ հասկանամ, չգիտեմ, ֆիլմերի հետ կապված, կոնկրետ ռեժիսորների հետ կապված, բայց հիմա շատ հանգիստ, շատ վստահ կարամ գնամ քննության, վստահ լինեմ, որ կընդունվեմ։ Несмотря на то, что каждый заканчивающих ЦДО поступает совершенно на разные факультеты, сегодня все ребята сплотились еще больше, чтобы подарить всем нам праздник. Готовится интересная программа к вручению аттестатов, и репетиции идут полным ходом. Такие молодые, креативные и счастливые – будущие студенты Российско-Армянского университета. Уровень знаний, который нам дают, он в целом довольно-таки на хорошем уровне. Вот этот, можно сказать, 10 из 10. Да, эмоционально. Дракан, шат урахэм. Воровэтэв хам... Մարդիկ համ միջավայրը ստեղ շատ ջերմ է ինձ կոնկրետ իմ հանդեպ, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ գալիս։ Нет такой цифры, чтобы оценить обучение в ЦДО. Да, подлизываюсь, конечно. Ուրախ եմ, որ իմ գալուց արդեն նոր շենքը պատրաստա, բաց է, արտլան չէ։